Всем огромный привет! В сегодняшнем видео расскажу вам о своих духах. Меня просили уже много раз показать, чем я пользуюсь, что я с удовольствием сделаю. Но сразу скажу, что не будет сильно информативным видео, так как очень сложно запомнить все составляющие духов, какие нотки они в себе содержат в начале, в середине и в конце. Но то, что я знаю, то, что чувствую, я, конечно, попробую рассказать. Первая туалетная водичка. Но я думаю, что это все-таки духи, потому что они достаточно стойкие. Наношу я утром их и хожу целый день. Это у нас Viva La Juicy, Juicy Couture. Подарили мне эти духи на 14 февраля. Безумно нравится запах, и в нем присутствует карамель, ваниль. Это как раз конечные нотки. Я очень люблю сладенькие запахи, и там, где ваниль присутствует, все это мои ароматы. В общем, сейчас пользуюсь с удовольствием. Ну, буквально только начала, но балдею от этого запаха. Следующие духи. Это духи от Dolce & Gabbana, The One. Это мой любимый запах, мой любимый аромат. Осталось уже немножечко его. Несмотря на то, что они очень сладкие, очень, ну, достаточно тяжелые такие, я думаю, что совсем молоденьким девочкам не подходит такой запах. Это 100% мои духи. Я их на себе не ощущаю, не чувствую. Вот. И, ну, я гармонирую с ними на 100%. Запах я могу ассоциировать с вечером. Он очень торжественный, роскошный, такой благородный. В общем, он мой любимый в моих фаворитах. Следующая водичка у меня идет от Lancôme, тоже на дне. Уже допользовала почти. Это Гипноз Сенсис. В нем тоже присутствует ваниль. Так что у нас там еще мандарин, пачули, мед, роза. Такой достаточно сладенький, но его можно использовать и днем, потому что все-таки тип у этого аромата цветочный. Поэтому он не сильно зимний, можно и летом. Очень классный. Вот. Если кто любит такие запахи, то понюхайте. Очень-очень прикольные. Дальше идет вот такая туалетная вода от Essence. Это лимитированная коллекция была. И я, увидев в магазине, прихватила ее с двумя лаками. Есть у меня такой вот сиреневый лак и желтый. Вот. И здесь, по-моему, присутствует сирень. Он очень цветочный, такой молодежный, ну, как и вся косметика от Essence, в принципе. Я считаю, что эта водичка подходит на лето, и вот я ей попользовалась, а зимой я ее не использовала. Жду я тепла, она мне ассоциируется с цветами, с травой, с солнышком и хорошей погодой. Так что летом, я думаю, что буду пользоваться с удовольствием. Также у меня есть ягодная такая вот водичка маленькая от Yves Rocher. Это просто для хорошего настроения. Она очень быстро выветривается. Я считаю, что это такое баловство небольшое. Но она мне нравится. И, в принципе, небольшая бутылочка. Использовал и забыл. В принципе, прикольно. Но тоже я пользовалась летом. Сейчас, пока она стоит, зимой у меня не ассоциируется. Дальше идет запах Озон. Немного не мой запах у этого аромата. Вернее, не мой аромат у этой туалетной воды. Вот. Ее мне подарили на день рождения и немного не угадали, потому что я его очень сильно чувствую на себе, и мне некомфортно от этого. То есть это не мои духи. И что в нем присутствует? Это достаточно такой цитрусовая туалетная вода. Здесь присутствует и лимон, апельсин, и, по-моему, что-то там, чайное дерево, лаванда. В общем, такой, скажем,
И бергамот присутствует. Ну, в общем, он вроде бы свежий, но такой кисловатый. Вот. Ну, я думаю, что есть поклонники у этой воды туалетной, но, к сожалению, это не я. Осталась у меня вот такая вот водичка без рода, без имени. Покупала она достаточно дешевая, но она таковой не является, потому что, ну, запах очень свежий у нее. Но когда наносишь на себя, то нет этих ноток дешевизны. Знаете, когда совсем дешевые духи, и это слышно. Купила тоже на распродаже. Вот, ждет лето. И экстраваганс Живанши такой уже, по-моему, не выпускают. Тоже здесь, мне кажется, присутствуют такие вот бергамота нотки, лимона. Он вроде бы такой терпковатый. Очень женский запах на дне остался. Мама моя больше им пользовалась, чем я. Ну, мне иногда тоже хочется побаловаться. В общем, на самом деле, первые духи, о которых я рассказала, вот эти вот, это мои любимые. Вот эти вот три запаха. Вот эти вот, этот новый, а этот номер один, это мой 100% аромат Дольче Габбана. Вот, в принципе, и все. Спасибо вам огромное за внимание, что послушали, посмотрели на меня. До новых встреч и всем пока.